Бурятия перешла на новый закон о такси. Изменился порядок выдачи разрешений на их деятельность. Если раньше перевозчикам приходилось их получать на каждый автомобиль, то теперь разрешение выдается конкретно перевозчику, и на время действия этого разрешения перевозчик может вносить, изменять, исключать из реестра легкового такси любое количество автомобилей. В августе министерством выдано 926 новых разрешений на осуществление деятельности такси. Ранее же в среднем месяц выдавалось по 21. Такое увеличение связано с тем, что с 1 сентября вступил в силу новый федеральный закон 580 об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. И с 1 сентября службы заказа такси, то есть агрегаторы, должны передавать заявку только официальным перевозчикам. На сегодняшний день в республике разрешение есть у 60 индивидуальных предпринимателей и 12 юридических лиц. Официально работает 1892 автомобиля.